Итак, всем добрый день. Просьба поставить плюсики в чат, если меня слышно и видно презентацию. Так, всем все видно или слышно?
Друзья, жду ваших плюсиков. Если кто-то не слышит или не видит презентацию, просьба написать в чат. Будем это исправлять. Коллеги, добрый день. Прошу вас еще раз поставить плюсики, если вы меня слышите. Либо минусы, если вы меня не слышите или вам не видно нашу презентацию.
Так, коллеги, проверка, все ли видят и слышат. Ставим плюсики. Так, коллеги, раз меня слышно, тогда начнем наш вебинар. Меня зовут Анохина Кристина. Я вам буду сегодня рассказывать про защитные механизмы, используемые в информационных системах. Вы посмотрите, да, узнаете, что это такое, для чего они используются. Прежде давайте мы с вами немного познакомимся, я расскажу немного о себе. Кто я, почему я сегодня здесь, почему я читаю вам данную лекцию, данный материал на Geekbrain. Значит, сначала немного регламента. Каждые 15-20 минут я буду смотреть ваши вопросы в чате. Пожалуйста, пишите их в чат, потому что комментарий к видео у меня, к сожалению, не видно. Видеозапись вебинара обязательно также будет предоставлена. Все вопросы, которые у нас с вами останутся, точнее, которые у вас ко мне останутся, да, по завершении данного вебинара, мы обсудим с вами в специально отведенное время после вебинара. Поэтому советую вам записывать на листике или где-нибудь еще те вопросы, которые у вас появятся, для того, чтобы вы потом могли их мне написать. Расскажу немного о себе. Я окончила университет гражданской авиации по специальности информационной безопасности телекоммуникационных систем в 2012 году. По окончании университета
Я начала работать в ПАО «Аэрофлот» российские авиалинии, в департаменте информационных технологий. Начинала я ведущим инженером-программистом. После чего в 2013 году я перешла в ТЦК «Шереметьево» и работала там начальником отдела информационно-экономической безопасности. В 2015 начала работу свою в ПАО «Трансаэро». Многие из вас, да, все, наверное, знаете, к сожалению, печальную историю данной компании. В связи с этим с 2016 года я работаю в ПАО «Ростелеком», являюсь там главным экспертом по информационной безопасности в Центре кибербезопасности, который у нас не так давно появился. Немного расскажу про университет, почему я выбрала это направление. К моменту моего поступления в университет, данная специальность в нем была всего лишь 2 года. Мне стало интересно попробовать, что там, как это, что такое информационная безопасность. И проучившись 2 года, когда начались специальные предметы, стало интересно уже, я поняла, что да, я выбрала то, что мне интересно, то, что мне понравилось. И нисколько не жалею. В настоящее время работаю, и мне все нравится. Так что надеюсь, что всех, кто смотрит сейчас данный вебинар, тоже проявится любовь к информационной безопасности. Может быть, у кого-то она уже есть, и как бы мы ее еще больше разовьем. Вот, потому что работать и получать удовольствие от работы – это, конечно, очень и очень хорошо. У меня есть также опыт преподавания. Около 5 лет я преподавала в своем университете, который закончила МГТУ ГАН. Преподавала для студентов с 3 по 6 курсы. Такие предметы, как информационная безопасность, основы, аттестация, сертификация средств защиты информации. Немного преподавала ассемблер. Было такое тоже. Так что... опыт преподавания имеется. Единственное, что вебинары я вот провожу впервые, так что, надеюсь, вы меня поддержите в этом начинании. И у нас все с вами сложится удачно и хорошо на нашем поприще. Также в настоящее время я воспитываю дочку. Вчера ей как раз исполнилось 1/2 года. Ну и также являюсь вроде неплохой женой, насколько мне об этом говорят. Итак, значит, продолжим дальше. Давайте начнем немного с небольшого вопроса. Опять же, жду от вас цифры в чат, пожалуйста, не в комментарии по данное видео. Давайте начнем с вопроса, как хорошо вы знакомы с информационной безопасностью. Посмотрим, сколько людей, которые впервые в информационной безопасности, сколько людей, которые, может быть, уже знакомы с информационной безопасностью, а может быть, кто-то и хорошо уже с ней знаком, кто-то давно работает и просто решил как-то освежить свои какие-то знания, может быть, или что-то почерпнуть. Так что давайте пишите в чат циферку от 1 до 3. И мы с вами подведем небольшой итог. Так, к сожалению, в чат никто не написал. Так, будем сейчас смотреть.
коллеги, я понимаю, что есть вопросы. Сейчас попробую на некоторые из них ответить. Значит, что понимаете под информационной безопасностью, криптографические методы или нет? Я чуть позже расскажу, что мы будем с вами изучать. Криптографию вам могу сказать, мы совсем немножко затронем, то есть я в конце нашего с вами занятия расскажу, что такое симметричное, да, шифрование, симметричное шифрование, ЦП, но совсем немного. То есть упора на криптографию мы сегодня делать не будем. Сегодня у нас будут просто методы защиты информации. Какие, да, я вам чуть позже расскажу. Я смотрю, что у нас единичек пока больше немножко, есть одна двойка. Планируется, да, пока слайды только. Если вы хотели что-то, кроме слайдов, пишите. Вот. Будем думать. Ну, насчет 10 минут, что идет лаг, я не думаю. Насколько мне известно, задержка идет в районе 10-15 секунд. Поэтому давайте тогда продолжим. Раз у нас больше единичек пока что, то значит в основном здесь новички. Если это не так, давайте, да, тогда в комментариях жду от вас комментариев. Значит, итак, о чем у нас пойдет с вами речь? Мы поговорим, что такое система защиты информации, для чего она необходима, из чего она состоит. Что такое идентификация, аутентификация, в чем у них отличие, что такое авторизация, немного коснемся. Разграничение доступа к ресурсам информационной системы поговорим, механизм контроля целостности и немного коснемся DDoS, то есть поймем, что такое DDoS, что такое DDoS, в чем у них отличие. Андрей Поздняков, да, вот пишет, что хотел бы пример защитного механизма на практике с кодом, но, к сожалению, сегодня у нас этого не будет. Сегодня такая вводная лекция, а уже на дальнейших лекциях, которые, да, будут не вводные, мы, естественно, обо всем этом поговорим, и будут разнообразные примеры и все остальное. Сегодня у нас просто общая вводная лекция, чтобы вы поняли, интересно вам это, неинтересно, безопасность. Поэтому сегодня вот так. Итак, система защиты информации. Давайте начнем с первого пункта. Для начала давайте разберемся, что такое информационная безопасность. Информационная безопасность – это у нас состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере. Если бы у нас с вами речь шла про экономическую безопасность, да, такая тоже существует, но сегодня мы о ней не говорим, то вместо информационных у нас везде было бы слово экономический. Ну, я думаю, тут все понятно. Итак, система защиты информации. Как написано на слайде, это совокупность специальных мер правового административного характера, организационных мероприятий, физических и технических средств защиты, а также специального персонала, предназначенных для обеспечения безопасности информационных систем. Иными словами, это совокупность специальных мер. Основные принципы построения систем обеспечения информационной безопасности приведены также на слайде. Сейчас мы их более подробно все разберем. Итак, законность. Я понимаю, точнее, я думаю, здесь всем все понятно, что у нас основные принципы построения защиты должны быть законы, то есть в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принцип системности. Системный подход к защите компьютерных систем предполагает необходимость учета всех взаимосвязывающих, взаимодействующих и имеющихся во временном
использования элементов, а также условий и факторов, существенно значимых для понимания решения проблемы обеспечения безопасности информационной системы. То есть необходимо, чтобы у нас велся учет системность всех систем, да, благодаря которым мы обеспечиваем защиту данных. Принцип комплексности предполагает согласованное применение разнородных мер, методов и средств при построении целостной системы защиты, перекрывающей все существующие каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее компонентов. Принцип разумной достаточности нас подразумевает абсолютно непреодолимую систему защиты, принципиально невозможно создать, поэтому имеет смысл вести речь только о некотором приемлемом уровне безопасности. Высокоэффективная система защиты, как обычно, да, как всем известно, она стоит дорого. Использует при работе существенную часть мощности и ресурсов компьютерной системы и может создавать ощутимые дополнительные удобства пользователям. Поэтому важно правильно выбрать тот достаточный уровень защиты, при котором затраты на эту защиту будут минимальны. Существует в компаниях бюджет, направленный на информационную безопасность, за рамки которого выходить обычно нежелательно. Поэтому данный принцип здесь, я считаю, очень уместен. Ну, да, про Telegram все понятно. Тут без комментариев. Принцип непрерывности защиты. Защита информации, как известно, это не разовые мероприятия, даже неопределенная совокупность проведенных мероприятий, а также установленных средств, да, защиты, которые были во время этих мероприятий. Это непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий принятие соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла информационной системы, начиная с самых ранних стадий проектирования, а не только на этапе ее эксплуатации. То есть желательно соблюдать принцип защиты информации, то есть стараться защитить вашу систему, систему компании, да, еще на этапе ее проектирования, а не тогда, когда, да, система у нас уже есть, а мы тут вспомнили, что надо ее как-то защитить. Принцип минимизации полномочий. Данный принцип у нас означает предоставление пользователя минимальных прав доступа в строгом соответствии с произведенной необходимостью производственной. Доступ к информации должен предоставляться, естественно, только в том случае и в том объеме, который необходим сотруднику для выполнения той или иной работы. Естественно, зачем у нас уборщице, например, да, доступ к бухгалтерским файлам или обычному рядовому менеджеру доступ к файлам отдела кадров, да? То есть все должно быть разделено, все должно быть в точности, как оно должно быть, ни больше, ни меньше. Принцип разделения функций означает, что ни один сотрудник организации не должен иметь полномочий, позволяющих ему единолично осуществлять выполнение критичных операций. Так, если звук ужасный, да, вы говорите, я буду стараться тогда делать получше, чтобы было слышно. Возможно, так сейчас получше, вы мне скажите, стало лучше или нет. Я постаралась убрать помехи. Так, давайте тогда потихоньку продолжим. Возможно, станет лучше. Принцип гибкости системы защиты. Часто приходится создавать систему защиты в условиях большой неопределенности, поэтому принятые меры и условные средства защиты, особенно в начальный период их эксплуатации, могут обеспечить как чрезмерный, так и недостаточный уровень защиты. Для обеспечения возможности варьирования уровня защищенности средства защиты должны обладать определенной гибкостью. Особенно важным это свойство является в тех случаях, когда установку средств защиты необходимо осуществлять на рабочую систему, не нарушая процесс ее нормального функционирования.
Коллеги, прошу прощения, да, за такой звук. Это странно. Гарнитура вроде как нормальная. Значит, будем менять. Да. Но я надеюсь, что как-то хотя бы меня слышно. Я могу постараться говорить погромче, если это поможет. Так, сейчас слышно меня? Так, ну раз громкость норм, то хорошо. Итак, принцип открытости алгоритмов и механизмов защиты. Безопасность не должна у нас обеспечиваться только за счет секретности структурной организации алгоритмов функционирования системы защиты. Знание алгоритмов работы системы защиты не должно давать возможность ее преодоления даже ее авторам. Иными словами, все механизмы защиты данных должны быть скрыты даже от тех людей, которые вам настраивали либо устанавливали данную систему защиты. Принцип простоты применения защитных мер и средств у нас является последним принципом. Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использовании. Применение средств защиты не должно быть связано со знанием специальных языков или выполнением специальных действий. То есть все должно быть принципиально просто и понятно. В случае, да, если необходимо знать какие-то языки, да, определенные там программирование или какие-то специальные знания, здесь уже сотруднику будет сложно. Следовательно, обеспечивать защиту данных, защиту информации ему будет сложно, потому что будет недостаточно знаний. Итак, основные защитные механизмы. К ним у нас относятся идентификация, аутентификация, разграничение доступа, изоляция, регистрация событий и аудит, контроль целостности, шифрование данных и электронно-цифровая подпись, резервирование, резервное копирование, затирание остаточной информации, обнаружение и обезвреживание вирусов, фильтрация трафика и трансляция адресов, выявление, устранение уязвимостей, также обнаружение атак. Сейчас мы поговорим с вами, что такое идентификация и аутентификация. Итак, идентификация. Это именование, то есть присвоение имен идентификаторов, а также опознавание, выделение конкретного из множества. Установление тождественности неизвестного объекта, известному на основании совпадения признаков. Да? То есть мы сопоставляем различные признаки. Что такое аутентификация? Это подтверждение подлинности, доказательство того, что именно тот, кому представлены права, является тем самым, да, за кого себя выдает. Подведем небольшой итог. Что такое идентификация? Это процесс определения, что этот человек перед нами. Аутентификация – это процесс подтверждения, что этот человек именно тот, за кого себя выдает. После проверки подлинности происходит процедура авторизации, то есть принимается решение о том, что именно данному аутентифицированному человеку разрешается делать. Существует три фактора аутентификации. Знать что-либо, чего не знают другие. Иметь что-либо, чего нет у других. Иметь что-либо, что является частью данного субъекта. То есть биометрии. Да? Например, это мы с вами все имеем там, отпечаток пальца, да? Отпечаток сетчатки глаза и так далее. Также существуют разные способы аутентификации. Например, аутентификация при помощи электронной подписи. В
согласно федеральному закону 2011 года, предусматриваются на самом следующие виды электронной подписи. Это простая электронная подпись, неквалифицированная электронная подпись и квалифицированная электронная подпись. Простая электронная подпись – это подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. Неквалифицированная электронная подпись – это подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, который позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, который позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента ее подписания, и который задается с использованием средств электронной подписи. Квалифицированная электронная подпись – это электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи, о которой я говорила ранее. Плюс она еще имеет ключ проверки электронной подписи, и он должен быть указан в квалифицированном сертификате. А также для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с состоящим федеральным законом, да, о котором я также говорила ранее. Также у нас еще имеется аутентификация по паролям. Она может быть как по многоразовым паролям, так и по одноразовым. И существует биометрическая аутентификация. Еще есть такие аутентификации, как аутентификация посредством GPS и аутентификация, основанная на местоположении выхода в интернет. Многофакторная аутентификация. Также она существует. В последнее время она получила большое распространение. В качестве примера многофакторной аутентификации могу привести использование сим-карт в мобильных телефонах. Субъект вставляет аппаратно свою карту, устройство аутентификации в телефон. И при включении, да, у нас вводится пин-код, мы его набираем, тем самым доступ у нас имеет к нашей сим-карте. Также есть ноутбуки с отпечатками пальцев, где мы прикладываем палец для того, чтобы, опять же, да, попасть в ноутбук. Итак, у меня небольшой вопрос теперь к вам еще один. Немного пообщаемся, раз звук плохой, может быть, получится как-то в чате. Скажите мне, пожалуйста, является ли аутентификация пользователя по сетчатке глаза и аутентификация по отпечатку пальца двухфакторной? Напишите, пожалуйста, да или нет. Если да, то почему вы так считаете? Если нет, то тоже просьба указать, почему вы так считаете. Можете, конечно, не указывать, да, почему, а просто сказать, да или нет. Дальше подведем маленький, может быть, итог и посмотрим, кто что скажет. Так, вижу первый ответ – нет. Может быть, поясните, почему нет. Так, вижу еще один ответ. Ну, подождем еще немного, может быть, кто-нибудь еще ответит. Может быть, кто-то да скажет. Пока я смотрю, ответов нет. Хорошо, коллеги, значит, ответ нет, он является, естественно, верным, потому что и то, и другое принадлежит у нас, да, одному и тому же человеку. Для двухфакторной аутентификации, как говорила я ранее, необходимо не только знать что-то, но и владеть чем-то. Да, вот Андрей ответил правильно. Андрей молодец. Так, давайте дальше поговорим немного про пароль. Так, Влад ответил, да, тоже верно. Спасибо, коллеги.
Теперь давайте поговорим немного про пароли. Про аутентификацию мы с вами уже поговорили. Теперь говорим про пароли. У нас имеются методы подбора паролей. Их у нас всего три. Метод простого пароля, метод запрос-ответ, также метод рукопожатия. Метод простого пароля требует, чтобы пользователь ввел такой символ для проверки их компьютера. Теми простым паролем пользователь обычно разрешает самому выбрать себе пароль, чтобы его было легко запомнить. Естественно, чем больше длина пароля, тем больше безопасность будет обеспечивать система. Так как нарушителю у нас потребуется больше усилий для того, чтобы ее взломать. Схема простого пароля имеет также несколько модификаций, это выборка символов и пароль однократного использования. Да, Георгий ответил тоже нет, я вижу. Да, спасибо. Гарнитуру хорошо подготовим, обязательно другую на следующем вебинаре. Всем обещаю, что будет не только видно хорошо, но и хорошо слышно. Так что еще раз извиняюсь. Значит, схема простого пароля имеет следующие модификации. Выборка символов и пароль однократного использования. Выборка символов обозначает, что при обращении пользователя к системе его могут попросить ввести отдельный символ из пароля. Каждый раз это название будут разные буквы. Пароль однократного использования. Пользователь заранее выдается список из N-паролей. Такой же список зашифрован в виде хранится в компьютере. После использования пароля пользователь вычеркивает его из списка и в следующий раз уже вводит совсем другой пароль из списка, который ему был выдан. При использовании метода запрос-ответ применяет набор ответов на M-стандартность и M-ориентированных на пользователей вопросов. То есть это может быть вопрос год рождения отца, номер школы, где вы учились, в каком году вы жили, точнее, в каком городе вы жили там, в 2001 году, ну и так далее. В некоторых случаях также система защиты может потребовать, чтобы пользователь доказал свою подлинность с помощью корректной обработки алгоритмов. Эта процедура как раз относится к названию рукопожатия. Она может быть выполнена как между пользователем и компьютером, так же между двумя компьютерами. Так, теперь у нас с вами длина пароля. Тема пароля, да, уже скоро у нас будет в конце, начнем дальше другую тему. Значит, ожидаемое безопасное время. Это по произведению числа возможных паролей времени необходимо, чтобы проверить каждый пароль из последовательности запросов. То есть по данному времени мы с вами можем посмотреть, сколько дней, допустим, или там лет потребуется злоумышленнику для взлома вашего пароля. Итак, данную формулу, да, вы видите перед собой. Немного вам расшифрую. R — это скорость передачи символа в линии связи, определяется как символ в минуту. E — это число символов передаваемого сообщения. E — длина пароля. А число символов в алфавите, в котором у нас составляется наш пароль. Например, если это английский алфавит, это 26 символов. Если это русский, то это 32. Ну, например, при скорости передачи символов 600 символов в минуту, число символов у нас будет 6, длина пароля у нас будет 6, алфавит у нас английский, то есть 26 букв, то ожидаемое безопасное время, да, перебора у нас будет 8 дней. Вот. Так что вот так вот. Перед вами таблица длина пароля, опять же, то есть у вас есть слева параметры указаны, справа способ определения параметров. Количество возможных ключей, время тотального перебора у нас измеряется как миллион вариантов в секунду. То есть, вы видите, это прочные буквы, да, 26, это английский алфавит, скорость перебора, да. Если это адские символы, тоже
перебор и так далее. Ну, здесь мы заострять наше внимание не будем. Правила выбора пароля, я думаю, всем тоже известен и понятен. То есть при выборе паролей мне нужно делать следующие вещи. В качестве пароля не следует использовать ваше имя, фамилию, члена семьи, клички домашних животных, потому что это все легко, да, можно подобрать. Также не используйте профессиональный жаргон для пароля. Следует избегать повторений символов, например, как 4488, так как опять же легко подобрать. При работе в сети не следует использовать реальные слова, которые помещены в орфографические словари, ну и так далее. А что нужно делать? Нужно выбирать длинные пароли по 6-8 символов. Обычно в компаниях, да, есть регламенты информационной безопасности, и в этих регламентах пишут, да, парольные регламенты бывают, и там указано как раз, какая длина пароля должна быть, да, у сотрудников, которые работают там в своих рабочих местах. Обычно там пишут как раз вот 6-8 символов. Я встречала компании, где я работала, и у нас был пароль 12 символов, такое тоже бывает. Вот, поэтому тут уже где как. Может быть, вы мне скажете, да, опять же, в чате, ну, кто какие случаи встречал, кто какие случаи знает, да, о длине пароля. А мы пока продолжим. Также необходимо менять регистр, используя знаки препинания, выбирать код, запоминающийся пароль, чтобы не было. Не нужно было его записывать на бумаге. Выбирать пароль, который легко вводить, чтобы нельзя было угадывать по движению рук. А также два слова, два приема. То есть используйте в пароле два простых слова, разделенных знаком препинания. Здесь пример приведен. Итак, про пароли это пока все на сегодня. Перейдем к ограничению доступа к ресурсам информационной системы. Также, кстати, коллеги, вот, да, еще немного вам хотела рассказать про получение хэш-паролей. Что существует несколько путей его получения, зависит, кому интересно, где у нас хранятся пароли. Значит, хэши пароли у нас могут быть получены следующим образом. Это из файла SEM или его резервные копии. Что такое SEM? Это Security Account Manager, то есть это менеджер учетных записей безопасности, находится у нас, да, на нашем компьютере. Папочки System 32, конфиг, вот, там можно найти файлик SEM, вот, и там как раз все хранится. Но об этом подробно мы сегодня не будем, да, поговорим немного о другом, потому что получение паролей SEM это не хорошо, так что сегодня мы пока никого ломать не будем. Значит, ограничение доступа к ресурсам информационной системы. У нас существует, да, у нас существует три подхода к управлению доступом субъектов к объекту. Это избирательный, полномочный и механизм задания индивидуальной ограниченной замкнутой программной системы. Вот тут Влад пишет, что у них на работе, да, используется пароль как 8 символов плюс знаки. Ну, отлично. Так, это хорошо. Итак, избирательный подход. Дискретно, произвольно или добровольно. Управление доступом к файлам, каталогам, устройствам. Матрица избирательного управления доступом. Политики доступа. Списки управления доступом. Списки полномочий пользователей. Наследование прав доступа. Полномочные. Иными словами, мандатное или принудительное. Управление доступом к файлам и каталогам, иерархия метагрифов конфиденциальности, а также неиерархичная система метод конфиденциальности и механизм создания индивидуальной ограниченной замкнутой программной среды. Для этого необходимо выполнить требование «Запрещено все, что явно не разрешено», указание полных путей доступа к исполняемым файлам, запрет модификации, защита от подмены файлов,
формирование списка по журналам регистрации, наличие мягкого режима работы. Вот. Это что касается подходов к управлению доступом объектов к объектам. Также у нас существует матрица доступа. Ну, без матрицы доступа мы никуда. Она у нас представляет собой, да, как вы видите, матрицу, в которой столбец соответствует объекту системы, а строка субъекту. На пересечении столбца и строки матрицы указывается тип разрешенного доступа субъекта к объекту. Допустим, у нас есть отдел кадров, у нас есть касса, у нас есть отдел сбыта, снабжения и отдел маркетинга. Значит, имя служащего, адрес служащего, табельный номер служащего, квалификация служащего и данные об окладе его. Прогноз объема продаж, цена закупки, данные об окладе. Например, отдел кадров имеет право видеть всю информацию, да, вносить в нее какие-либо изменения. Имя служащего, то есть это у нас стоит 2 единицы. Например, отдел маркетинга. Имя служащего у нас видеть не может, это 2 нуля. То есть чтение записи у нас все запрещено. 0,1 у нас означает право чтения, 1,0 означает право записи. Да? Исходя из матрицы, которая здесь представлена, мы можем посмотреть, да, что у нас, у кого какие права доступа имеются. Так, теперь давайте с вами поговорим немного про принудительное управление доступом. Что это такое, для чего оно нужно и так далее. Значит, принудительное управление доступом – это управление, основанное на совокупности правил предоставления доступа определенных на множестве атрибутов безопасности субъектов и объектов, то есть с объектами и субъектами ассоциируются у нас метки безопасности. Принудительное управление доступом у нас подразумевает следующее. Что все субъекты и объекты системы однозначно идентифицированы. По каждому объекту системы присвоена метка конфиденциальности информации, определяющая ценность, содержащаяся в ней информации. Вот, Влад говорит, что звук стал нормальный, и это радует. Каждому субъекту системы присвоен определенный уровень доступа, определяющий максимальное значение метки конфиденциальности информации объектов, в котором субъект имеет доступ. Чем важнее объект, тем выше его место конфиденциальности. Поэтому наиболее защищенными оказываются объекты с наиболее высокими значениями метки конфиденциальности. Метка безопасности субъекта у нас описывает его благонадежность. Метка безопасности объекта описывает степень закрытости, содержащейся в ней информации. То есть метка безопасности у нас может состоять из двух частей. Это уровень секретности и список категорий. Категория у нас с вами позволяет описать предметную область, в которой относятся данные. В военной сфере категория может представлять собой, например, виды оружия, вооружений и всего остального. Коммерческая организация, направление деятельности, то есть финансы, кадры, производство и так далее. Запросы на доступ отвергаются. Во всех случаях, когда уровень субъекта, запрашивающего разрешение на доступ, ниже уровня полученной операции запрашиваемых данных. Ну, надеюсь, здесь всем все понятно. Если нет, то давайте задавайте вопросы. Сейчас мы пока перейдем к следующему разделу, так как время остается у нас уже немного. Механизм контроля целостности. Значит, что такое механизм контроля целостности? Он предназначен для своевременного обнаружения фактов модификации, то есть искажения или подмены ресурсов системы, данных, программ и так далее.
Существуют контролируемые ресурсы, контролируемые параметры, алгоритмы контроля и время контроля. К контролируемым ресурсам относятся файлы и каталоги, элементы реестра, сектора дисков. Контролируемые параметры – это содержимое ресурса, списки управления доступом и атрибуты файлов. Алгоритмы контроля – сравнение с эталоном, вычисление контрольных сумм для сигнатур, а также формирование электронной подписи и лимитов ставок. Время контроля обозначает у нас время контроля до загрузки операционной системы, время контроля при наступлении каких-либо событий, а также наступление каких-либо событий по определенному расписанию. Говоря про контроль целостности данных, нельзя пропустить такие важные аспекты, как протоколирование и аудит. Аудит – это очень важная вещь, особенно в информационной безопасности. Да? Аудит – это анализ накопленной информации, проводимый оперативно или периодически. Также существует журнал аудита. Он должен содержать информацию, которая позволит сотруднику, ответственному за безопасность, определить ряд показателей. Одним из важнейших факторов увеличения безопасности вычислительных систем, без чего да, у нас безопасность была бы совсем-совсем сложной, ее обеспечение, да, это протоколирование и аудит. Повторюсь еще раз. Протоколирование и аудит у нас с вами должны преследовать следующие цели, чтобы все было у нас с вами хорошо и системы все были защищены. Они должны обеспечивать подотчетность пользователей и администраторов, обеспечение возможности реконструкции последовательных событий. Также обнаружение попыток нарушения информационной безопасности и предоставление информации для выявления и анализа проблем. Журнал аудита должен содержать информацию, которая позволит, да, как я говорила ранее, ответственному сотруднику безопасности определить для любого данного периода времени следующие показатели. Такие как профиль полномочий, связанные с любыми защищенными ресурсами, учет всех их полномочий, сами изменения, сделанные в профиле, все доступы, осуществляемые к любому защищенному ресурсу, отсортированные по пользователю, программе, терминалу, все, когда-либо могли быть в системе, случаи, когда доступ к защищаемым данным был системой разрешен. В случае несанкционированного доступа, например, каким-либо ресурсом компании, журнал аудита поможет более оперативно разрешить отжившуюся ситуацию, закрыть данный инцидент по информационной безопасности. Потому что в журнале, как говорилось ранее, все фиксируется, все можно посмотреть, в случае чего вы либо умышленников, если таковые найдутся. Так что обязательно надо вести такие журналы, стараться. Теперь немного поговорим про криптографию. Значит, что у нас позволяет решить криптография? Она позволяет решить следующие задачи. Это закрытие, шифрование данных при хранении или передача ее по каналам связи. Контроль целостности данных при хранении или передаче по каналам связи. Аутентификация абонентов, взаимодействующих сторон. А также ограничение ответственности сторон за счет обеспечения неотказуемости доказательства авторства или источника сообщений. Основные криптографические схемы у нас приведены на слайде. Они бывают симметричное шифрование, симметричное шифрование, ну, электронная цифровая подпись еще. Симметричное шифрование данных, способ шифрования, в котором для шифрования и расшифрования применяется один и тот же криптографический ключ. Здесь все просто. Асимметричное шифрование. Система шифрования электронной цифровой подписи, при которой открытый ключ передается по открытому, иными словами, незащищенному каналу, и используется для проверки ЭТП и дешифрования сообщений. Значит, мы сейчас, да, начали все чаще упоминать ЭТП, электронно-цифровая подпись.
что это такое. Давайте поговорим немного теперь про нее. Электронно-цифровая подпись – это реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования электронно-цифровой подписи и проверить принадлежность подписи владельцу сертификата ключа в электронной подписи. Значение реквизита у нас получается в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи. То есть вот такая у нас с вами, да, электронная подпись. Так, Ольга пишет, да, что звук немного лагает. К сожалению, да, вот на сегодняшнем вебинаре так сложилось, да, к сожалению. Но в следующий раз я уже обещала, да, и повторюсь, куплю другую гарнитуру, надеюсь, она уже не подведет. Андрей, да, пишет, что термины, да, с практикой не коррелируются и нужно примеры и так далее. Андрей, примеры обязательно будут. Опять же говорю, что сейчас это у нас идет, ну, такое небольшое введение. А на следующих занятиях обязательно будет расшифровано, да, то есть все будет. Если у вас там какие-то вопросы, да, есть ко мне, можете после вебинара мне их задать. Можете там, как будет вам удобно, их написать на Geekbrains, да, у меня там есть аккаунт, можете дать все сообщения, можете здесь написать, да, через данный ресурс на YouTube, то есть где вам удобно, можете написать, есть мои контакты на Geekbrains, повторюсь, с удовольствием отвечу, расскажу, да, там что-то более подробно. Но Зла пишет, что чем меньше народу смотрит, тем лучше звук. Ну, может быть, может быть. Но хотелось бы, конечно, чтобы народ смотрел побольше, поактивнее, потому что все-таки хотелось рассказать всем, да, вот эти основы, о чем мы будем говорить потом более подробно, чтобы у всех было какое-то маленькое хотя бы представление, да, чего следует ожидать. Итак, пока, значит, вопросов нету, поговорим о том, что такое DDoS-атаки. DDoS-атаки, да, в чем у них отличие. Итак, DDoS-атака – это хакерская атака на вычислительную систему, цель довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к представляемым системным ресурсам, либо этот доступ у нас затруднен. DDoS-атака у нас еще, да, называется отказ в обслуживании. Если же атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, то это уже у нас не DDoS-атака, а DDoS-атака. То есть это распределенная атака типа отказа в обслуживании. И такая атака проводится в том случае, если требуется вызвать отказ в обслуживании хорошо защищенной крупной компании или какой-либо правительственной, да, государственной организации. Первым делом злоумышленник у нас сканирует крупную сеть с помощью специальных подготовленных сценариев, сканеров, которые выявляют потенциально слабые узлы, да, в сети. Выбранные узлы у нас подвергаются нападению, злоумышленник получает на них права администратора. На захваченные узлы устанавливают троянские программы, которые работают в фоновом режиме. И теперь эти компьютеры будут называться компьютерами-зомби. Да, такое вот будет название. Их пользователи даже не будут подозревать, что являются потенциальными участниками DDoS-атаки. Далее злоумышленник отправляет определенную команду захваченным компьютером, и те, в свою очередь, осуществляют мощную DDoS-атаку на целевой компьютер. Существуют такие программы для добровольного участия в DDoS-атаках. Такие программы есть. Вот, о них, опять же, да, кому интересно, можно позже поговорить. В некоторых случаях фактически DDoS-атаки приводят и непреднамеренные действия, да, самих пользователей. То есть, например, размещение на популярном интернет-ресурсе ссылки на сайт, размещенные на не очень производительном сервере. И большой наплыв пользователей приводит к превышению допустимой нагрузки на сервер, на который он рассчитан, и, следовательно, отказ от обслуживания части из них. И, да, у нас тем самым получается, да, DDoS-атака.
Вот, значит, такой у нас отличие, да, доса так, от и доса так. Для начала вот так. Пока что на этом у нас с вами все. Всем большое спасибо за внимание. Я сейчас обязательно отвечу на вопросы, да, у кого какие еще есть в чате. Так что я не отключаюсь. Пишите, задавайте. Так, Андрей. Снова пишет, это хорошо. Прямо у нас сегодня Андрей и Влад очень активные пользователи. Значит, это, да, лекция в универе. Именно мой опыт практика. Ну, что я могу сказать? Опыт работы, точнее, опыт отражения ледоса так, ледоса так у меня, естественно, имеется. Вот, что конкретно вам интересно, пишите, если я смогу, я вам это расскажу, но вы сами должны понимать, да, что я не имею права разглашать какую-либо конфиденциальную информацию. Да. На следующих занятиях, если да, будет интересна тема DOS-DDoS, практика, мой опыт, то я вам готова буду предоставить какие-либо скриншоты, да, своего опыта работы, но, следовательно, первоначально мне нужно там, да, запереть эту конфиденциальную информацию, потому что заказчики, я боюсь, этого не оценят, если я, да, вам это все покажу. Могу сказать, что атак в день достаточно много отражали, очень много. Бывало, что некоторые сайты могли лежать очень долго, не могу называть, да, сколько именно, но не час, не два, не месяц, а очень-очень долго такие вот были атаки. Максимальная атака была зафиксирована, честно скажу, сколько? В районе 200 гигов. Вот, у нас была такая зафиксированная атака. Но более подробно, опять же, да, разглашение информации, сами понимаете. Надеюсь, я немного удовлетворила ваш вопрос, Андрей Поздняков. Так, возможно, у нас тут еще Влад здесь, я смотрю, Ольга у нас присоединилась, может быть, у нее будут какие-либо вопросы. Подожду. Если никого не будет вопросов, значит, всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мы с вами еще услышимся, возможно, даже увидимся на других вебинарах. Гарнитуру я, да, обещала, что будет лучше в следующий раз, так что надеюсь, вы меня сейчас простите за звук, может быть, в записи что-то будет лучше. Вот, так что... Так, значит, по поводу создания сайта, я вас поняла. То есть вы хотите создать сайт, да, и защитить его теми механизмами, которые мы сегодня с вами, да, проходили, так сказать, коротко изучали. Но для начала, да, у вас на сайте, когда человек будет входить на сайт, свой личный кабинет, но должна быть авторизация. Ну, это естественно, да, вы сами понимаете, то есть, на всех сайтах у нас фактически так и есть. То есть вы должны это предусмотреть. Также люди, которые вам будут создавать сайт, либо если вы это будете делать сам, это уже другой вопрос. Если вы будете кого-то просить написать вам сайт, вы должны понимать, что у этого человека, возможно, будут какие-то лазейки, да, бэкдоры на ваш сайт, и в случае чего он может, да, туда по-тихому залезть и что-то там где-то исправить. Ну, допустим, если вы будете писать сайт сами, это уже, да, другой вопрос. Чтобы таких лазеек не было, желательно это как-то проверять. Есть специальные программы, которые позволяют, да, сканировать. Но рекламировать программы я здесь не буду, да, я не имею права, но я думаю, вы их можете опять же загуглить.
Например, поставить туда уходить, чтобы вебинар был один посвящен, как обезопаситься. Я думаю, да, мы сможем поговорить на тему более подробно, если вы хотите, да, а не так коротко, как я вам сейчас начала объяснять, то хорошо, я приму ваши пожелания, обязательно постараюсь в следующий раз. Мы об этом поговорим, то есть вернемся к этой лекции и более подробно ее разберем на примере Дании на этом состоянии. Владислав Анахин пишет, по персональным данным будет ли лекция. Да, по персональным данным лекция обязательно будет. По персданным мы тоже будем более плотно общаться, законодательство изучим. Поговорим, что как бы сейчас у нас есть. Ольга тоже хотела по персональным данным поставить, скорее всего, защитить вход слагать, но это да, это тоже обязательно нужно. Вот, но да, поставить тогда, я так поняла, тоже хотите лекцию. Ну, значит, раз вы хотите, значит, будем проводить. Да, потому что вы слушатели, вы я смотрю, что вам интересно. Да, дело, конечно, только в ходе будет. Вот, ну, это уже тогда будет целая тема, да, по защите сайта. Буду надеяться, что интересно не только Андрею Пятникову, но и другим пользователям. Вот, значит, если пока других вопросов нету, то так, я пока подожду, может, еще кто-то что-то спросит. По персональным данным Ольги я ответила, что да, тоже будет подробно, будут все анонсы на Гитвейн. Так что подписывайтесь, смотрите. Также еще раз повторюсь, что там есть мой профиль, можете мне там писать, задавать вопросы. Я также постараюсь ответить. Либо, да, можете здесь на Ютубе тоже писать, задавать в профиль вопросы. Могу вам дать там свою почту, если захотите, и пообщаемся. Тут вот мне уже предлагают, да, продают гарнитуру. Ну что, коллеги, если по теме данного вебинара вопросов нету, буду ждать вас в следующий раз. Когда он будет, сказать вам не могу, потому что расписание, да, это не я буду составлять, а коллеги. Поэтому следите за анонсами, и всем очень большое спасибо. Так, Андрей. Я вас поняла, Андрей, да, я это все учту, да, я пометки себе эти сделаю, и в следующий раз тогда подготовлю уже целенаправленно по защите сайта, подготовим данную лекцию с примерами, картинками и так далее, да, то есть все более подробно мы разберем. Если других вопросов ни у кого нет, то всем спасибо за внимание. Хорошего вечера, хорошего времени суток, если у вас не вечер. Буду рада вас видеть, слышать снова в чате. Ну, отлично, хоть под конец-то звук чистым.